Привет всем, друзья! Сегодняшняя подборка классных и дешевых вещей посвящена приближению ночи перед Днем Всех Святых, празднику Хэллоуин. Желаю всем нам оттянуться по полной и на время перевоплотиться в семейку Адамс. Конкурс, как всегда, в конце видоса. Приятного просмотра! Липкая, тонкая паутина с парой небольших паучков поможет придать колорита в этот праздник. Либо можно неожиданно накинуть ее на незнакомого прохожего. 20 штук маленьких паучков будут всегда кстати, а тем более на Хэллоуин. Проверяя свою фантазию, в крайнем случае их можно пустить на прошлую паутину к остальным собратьям. Шрамы, порезы, гнойники в эту ночь будут только украшением. И чем их больше, тем бывалее персонаж. А это бумажные складные фонари, которые придадут необходимую атмосферу. Красивые вещицы идеально подошли бы для развешивания в саду. Подходящие трубочки понадобятся, чтобы наслаждаться черным мартини, кровавым пуншем, гипнозом и остальными подходящими коктейлями. Зубы, сверкающая улыбка и клыки вампира. Вы заметили, наш герой приобретает все более выразительные черты. Одно из моих любимых – запоминающийся декор унитаза. Зашел в маленькую комнатку и под впечатлением можно не успеть расшнуроваться. Куда же без тыквы? Здесь она представлена в виде небольшой сумки, куда можно положить все полагающиеся на Хэллоуин вкусняшки. Колье, которое придает эффект такого внушительного пореза. Осторожнее, вампиры обязательно среагируют. Украшение на стол, череп со сверкающими глазами, периодически меняющими свой цвет. А какой тебе нравится больше? По-моему, зеленоглазый череп самый обаятельный. Еще один атрибут, который не останется без внимания. Коврик, добро пожаловать с классными рисунками. Сова с горящими, голодными глазами, которую попросили войти в образ. Она очень старалась. Как тебе? И, наконец, небольшой фонарь-подсветка в форме тыквы. Думаю, что это прикольное украшение не только на Хэллоуин, но и скрасит непраздничные будни. Теперь о конкурсе, приз которым выбираете вы, проголосовав в подсказках в правом верхнем углу, нажав на значок «И». Приз, набравший наибольшее количество голосов, и разыграем. Подписываешься на канал, ставишь лайк видео и пишешь комментарий. И ты уже участник конкурса. Итоги через неделю в нашей группе ВКонтакте. Вся информация еще раз в описании под видео. Прошел слух, друзья, что кто-то из вас не лайкает. Я, конечно, в это не верю, однако напоминаю слова одного мудреца. Больше лайков, чаще видосы. Солнечного настроения, позитива. Пошел пилить новое видео. Покеда.